все-таки Вадима. Посмотри, у него на запястьях след от наручников. Что-то очень слабый. Вот и я о том же. А на губах у него нет следов скотча. Это очень странно. Его фотографировали с заклеенным ртом. А перевозка еще более опасная процедура. Еще у него в крови и печени следы препарата для рассасывания спаек. Что такого у него киста? Судя по количеству этого препарата, он принимал его даже будучи в плену. Забота от пятерочки. Скидки для вас. Кукуруза, оружие, клубов. Да? Чего, Маня? А? Скучала? Сильно, да? Скучала, да? Ай-яй-яй, скажи. Ай-яй-яй. Я скучала. Ай-яй-яй, скажи, я скучала. Дайте мне поесть. Я поела, но скучала. Все, всем пока.